Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы является символом мужества, единства и самоотверженности народов России. Миллионы солдат, матросов и офицеров отдали свои жизни в борьбе с гитлерской Германией. Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Все дальше и дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Представлена легендарному автомобилю «Виллис». Именно этот автомобиль признан лучшим автомобилем Второй мировой войны. Наравне с танком Т-34, штурмовиком Ил-2, знаменитой «Катюшей». Легендарная машина Великой Отечественной войны. Площади имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, вы увидите современную российского производства бронетехнику и бронетехники. В этом арсенале полицейские бронированные автомобили, которые предназначены для использования и поражающих факторов взрывных устройств при проведении специальных операций. Город Грозный, город воинской славы. С Днем Победы тебя!